Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, ранее в интернете была обнаружена видеозапись, на которой белый «Мерседес» без номеров осуществляет дрифт на перекрестке улиц Ленина и Чуйкова в центральном районе города. При этом горе-водитель не только грубо нарушал ПДД, но и создавал опасность для других участников движения. Инспекторы ДПС городской госавтоинспекции оперативно установили личность дрифтера. Им оказался 24-летний житель Тракторозаводского района. Вы управляли автомобилем «Мерседес», грубо нарушали правила дорожного движения. Для чего вы это делали? Ну, как сказать, девочки проходили. Увидел девочек, хотел как покрасоваться, познакомиться, чтобы обратили внимание. Теперь водителю грозит лишение прав за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, отсутствие страховки и выезд на встречку по дороге с односторонним движением.